Привет! Привет, ребят, у нас снег идет. Неожиданный. Мы решили поехать в аэропарк, потому что Василиса выросла из всех платьев. Ребята, еще не забудьте, как у меня закончится лайк. Поставьте лайки и еще не забудьте, я их скажу. Мы их... Вот, смотрите, там много птиц. В общем, поехали в аэропарк посмотреть платье Венчендема, новая коллекция. Зайдем в Венчендем в основном. И в Glory Jeans мы тут периодически заходим. В общем, поскакали. В связи, короче, со снегом я надела капюшон у меня с огромной лисой. Это в прошлом или в позапрошлом году я купила в ЛТБ. Как-то так магазин называется, но он сетевой, я думаю, что его все знают. Просто я не знаю, как он читается правильно. Хорошая куртка. Она короткая, я хожу только в коротких куртках. А Василиса у нас сегодня в куртке от Баркита. Куртка от Баркита в прошлом году тоже купили. Куртка хорошая. Мех у нее, правда, искусственный, но для детской одежды. У меня пикишон Бараша. Бараша. Вот, но вот, кстати, куртка хорошая, а комбинезон мы блестяще купили, он весь вытерся. Ну, я вам показывала. Кому интересно, посмотрите в лой. Упаковку, по-моему, одежды. И поэтому посмотрите. Мы будем в нем ходить, его не выбрасывали, но, к сожалению, конечно, гадость еще та. А курточка очень приличная и хорошего качества, такого плотного. Пошли! Пойдем! Приехали в аэропарк. Вот так вот он у нас выглядит. Это единственный приличный торговый центр в Брянске. Да! Да иду я! И может зайдем в Леонардо, не знаю. Поглядим, как пойдет. Василиса догоняет робота. Иди, иди с ним поговори. Привет, робот! Как дела? Как дела у тебя? Хорошенький? Он не разговаривает. Смотри, у него ручки есть. Да? Классный. Вам нужно сказать еще раз. Василиса в Тиранове зависла в телек. Иди сюда. Смотри, какая еще кофта. Дочь, смотри, какая кофта хорошая. Смотри с капюшоном. Василис, отцепись, пожалуйста, от телевизора. Все, короче, телевизор это зло, и мы пошли отсюда. Ну что, пойдем в Глорию. Василис, ты куда? Василиса. Царство девочек по прямой. Там прям все розовое. Ну, сейчас будем поглядеть, что тут предлагают нам в этом году. Уже пошли новогодние всякие луки. Ну, нам они не особо интересны. Дочь, ты куда? Это для маленьких лялечек. Василиса, это для маленьких лялечек. Ты бы лучше себе искала. Вот это хочу. Ну, так ты же не лялечка, это для маленьких лялечек. Ищи платьишки. Платьишки красивые ищи. Смотри, вон есть розовый. Смотри, какая милая кошечка. Ну это юбочка. Ты юбочки у нас не носишь. Ну ладно. Смотри, какая милая сова. Сова? Мне не очень нравится то, что там это юбка. А вот это, смотри, с оленечкой. Почем? Господи, где тут ценник-то? 700 рублей. Туфельки нравятся? А мне нравится вот это вот. Классные свитшотики. Розовенькие, да.
Это что? Красивые кроссовки. Ну тебе кроссовки сейчас не надо, сейчас же зима. А к лету ты еще вырастешь. Ух ты, она похожа на кошечку, да? Угу. Сёшки. Какая неприятная почему-то на ощупь у них. Мы как-то заходили, 500 рублей. Какая прелесть! Ну это футболка, Василис, футболка не нужна. Нужно искать свитерочек или платьишки. Вот такие нам предлагают. Ну, еще симпатичная. Вот это, например, так очень неприятная. Смотри, мам. С коротким рукавчиком, Василис, ты замерзнешь. Надо с длинным. Ну, ладно. Это просто ботинок. Это за 4 года. Да? Да. Сдали одежду в гардероб, Василиса носится. Теперь по торговому центру. Дошли до H&M, а над ним Леонардо. А еще мне нравятся вот эти кресла-яйца. Очень классные. А еще вот эта крутая тыква. Давай, Василис, на тыкве пофотографируешься? Классная? Давай я тебя причешу. Лезет в фотозону сама. Давай, лезь, 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 подтягивайся. Лезла? Садись. Классная? Золушку сегодня будем читать, да, на ночь? Давай обратно. Давай-давай обратно. Пришли в H&M. Заходишь в детский, прям класс. Ну? Радуга. Мы платьице ищем, малыш, а не радугу. Ну, конечно, вот эти пайетки сейчас модные, очень классные, очень красиво все. Осталось найти платье, потому что мы все-таки в садик, она у меня ходит в основном в платьях, поэтому будем искать платье. Василисонька, иди к маме. Ой, новогодние луки, я прям от них тащусь. Вы посмотрите, какие классные свитерочки тут в этот раз. Почем фунт лиха? По 700 рублей, не очень дорого, учитывая то, что в этом стоит 700 рублей. А вот такое я не видела на сайте. Поскольку 1000. 1000 не хочу платить. 1000 мне жалко. Вот это тоже приятно. Вот платьишко тоже. Ты тоже 1300. Просьба по менеджеру Анастасии прийти на кассу. Спасибо. Очень классно. Василисонька. Проблема в магазинах то, что Василиса все время куда-нибудь сбегает. Постоянно. Ой, вот, вот просто на ощупь очень классно. Ну, короче, в H&M ничего не понравилось. Леонардо. Это игра. Где игра? Смотри. Фреска из песка. А это что? Это песочек, как у тебя дома. Можно его поймать. Угу, можно его потрогать, да. Вот. Смотри.
Это тоже хорошенький. Можно? Такой хочешь? Да. А мне он тебе нравится больше. Нет, мне нравится этот. Ну какой он будет? Покажи мне. Да. Может вот такой? Давай таких, смотри, можно бабушке подарить. Желтенькие, красивые, два. Тут один, а там целых два. Ну ладно, давай. Ту? Ну бери. О, нитки, кстати, мне нужны. Что-то здесь... А, это металлик. А, и вон там гамма есть. Пойдем. Алиса. Новинки панна. Залезай этот цветочек. Ну, мне, по-моему, такой есть, если есть цветочек. О, новинки МП-студия. Мы тогда заказывали. А почему-то нет деревянных для них подставок, да? Не завозят там. О, мышь. Мышка моя. Раздражает то, что у них никогда нет ценников. Это прям бесит. А подушечка солнце. Тебе нравится? Да. Все понятно. Елка. Ой, какая. Вот мне нравится подушечка елка. Красивая. А вот ценник есть наконец-таки. Но красивая, но мы не будем покупать. Уже такие запасы невероятные, что что-то покупать даже не собираешься. В общем, тут чего только нет. Я взяла вот два оттенка себе для деревьев, если мне надо будет. Всякие штуки, шкатулки для выпечки, и пошли книжки разные. У тебя такая есть. Покажи, что ты выбрала. Василиса, покажи ребятам, что ты выбрала. Василиса все-таки решила взять вот такую кристалл-мозаику. Кошечку. Кошечку. Пойдем, малыш. Туда? Не знаю, пошли куда-нибудь. Ух ты, тут подсвечники есть. Ароматизированные свечи. Хочется какую-нибудь купить. Ну, аромат свечи такие здоровские. А? Пойдем. Это что, чайник? Чайник. Дома чайник. Ух ты, это что такое? А это масло. Ты посмотри. Угу. Она из маленькой коробки. Здорово. Есть маленький. Василис, не надо так делать. Есть маленькие, есть большие. Сейчас я тут покопаюсь, а чё? В общем, в H&M нам ничего не приглянулось. И в итоге того платья, которое я видела на сайте, там просто нету. Зато мы зашли в Леонардо, купили Василисе мозаику. Я посмотрела, полюбовалась на новые наборы. И взяли чуть-чуть ниточек для деревеньки. А сейчас пойдем в детский мир, может там что-то увидим, потому что там акция 3 равно 2. Вот такой вот новый. Тут раньше его не было. Василисенька, пойдем. Покатаюсь на покацикле. Просто проверь. Покажи, что ты выбрала. Покажи, кто это. Это по акции, ребята, стоит по 100 рублей штука, если там не ошибка. Пойдем. С платьями, ребят, совсем плохо. Тут вообще как-то вообще ничего нет. Вот такое. Потом вот внизу висит. Как-то вообще никак. Вот эти вот новогодние.
Ну, в общем, мамуль, выбора нет никакого. Ой, в общем, как-то не. Хочу. Вот так вот, вроде как ничего, а поближе как-то вообще ерунда. В общем, я расстроена, целый день потерян. И в итоге мы ничего не купили. Вот еще какие-то висят. Сейчас посмотрю, для садика может в самый раз. Вот эти не видела, сейчас гляну. Ну что, в итоге в детском мире мы нашли 3 платьица по акции, взяли. И Василиса купила себе чудиков каких-то. Покажу. Нет, уже дома. Русалки, лошади. Покажи, что купила, Василис. Кто это? Носки животные. Какие-то пони. Да. Дай покажу, дай посмотрю. Взяли 2 разных. Скидка с 600 до 100 рублей. Поэтому мы и купили. Василиса будет играть с ними в ванной, да, купаться? Угу. Класс, пошли. И дайте липучки. Ну, в итоге я, конечно, поездкой так себе довольна. Я бы ей еще купила какую-нибудь кофточку, но не знаю, все-таки, наверное, может вернемся в Glory Jeans, потому что по дизайну там все-таки наиболее классные такие. Хотя в Энчендаме всегда дизайны были хорошие. Так, купили вот такую игрушку в Леонардо, Василиса себе. Там вот такая вот картинка с котиком. И много видов вот этих вот бусинок. Вот котик у нас, да, Василисенька? Да. Василиса, мальчики. Там вот такая картинка. И вот такие вот капельки у нас. И Василиса делает вот. И кружочки. Вот кубики, такие ромбики, ситочки, сердечки. Ага. Красиво? Да. Тебе интересно делать? Это сама такое, что я подарю Варе, подружке Варе. А, подружке Варе. Варя у нас болеет, да, у нее лейкоз обнаружили, но уже лечится. И даже клеточка его сломалась. Клеточка сломалась, да. А как она сломалась? Не знаю, дочь, как-то сломалась. Она захохалась и даже упала, а потом клеточка сломалась. Наверное, малыш. Вот, так что делаем вот такого кошака. Купили в детском мире 3 платьица трикотажных, садиковских. Это вот такое, со звездочками. Совершенно абсолютно простой тонкий трикотаж. Честно говоря, в фикс-прайсе платьица есть и по... серьезнее такие, ну, поплотнее они. Ну, в садике вот эти удобные. У нас тепло в группе, и она как бы хорошо ходит. У нас в прошлом я брала в Энчендеме, но в Энчендеме в этом году ужасные просто расцветки. И брать я там не стала. Дальше точно такое же с сердечками серенькое. И вот такое красивое футурино. Уже такое более серьезное. Оно байковое, тепленькое. Можно ходить куда-то, вот прямо такое тепленькое с начесиком. Красивое, тут золотистый пояс. Такие цветы. 122 размер. И сейчас в детском мире акция 3 равно 2 на одежду и обувь. Поэтому вот взяли 3, заплатили за 2 и довольно счастливы. На самом деле выбор в детском мире вообще никакой. Выбирать там нечего. Может быть, у вас в городе и получше, но у нас ужасно. И... но акция хорошая, поэтому, кто хочет, я предлагаю зайти в детский мир. Вдруг действительно там что-нибудь будет интересного. Примоделялись мы с танцев. Василиса сделала уроки, не дописала вот здесь стройки. И ушла купаться в ванную. Вот такие гаврики, которые на липучках. И она строила целую игру. Мы их сегодня купили в детском мире. Очень классные, по 99 рублей всего лишь. Да. Вытащи их, покажи. Вот, часы. Часы одень. Зачем на ночь? Пожалуйста. Василиса вылезла из ванны и ложится с паточки, да? Да. Зачем тебе на ночь часы? Потому что мне нужны, что будет все притяс. Ну, мне рука занята, давай потом. Ой, ну ладно. Ну что ты, укладываешься? А где твой котик? Покажи ребятам, они же не видели. Это ее любимая игрушка сплюшка. Они все время спят вместе. Да? И Скай еще? Да. Я буду с ней играть.
Ну ладно, давай укладывай. А малышку? Дай мне малышку. Какую малышку? Вот там много домика. Да. Еще малышку. Ну, давай, спокойной ночи говори. Спокойной ночи, ребята. Так посмотри сюда, что ли. Спокойной ночи. Спокойной ночи.